В омских маршрутках не принимают льготные карты. Пассажиры заметили в автобусах объявление о том, что по техническим причинам воспользоваться своими проездными они не смогут до 1 января. Люди предположили, что таким образом предприниматели решили заработать перед Новым годом. Как сообщили в региональном министерстве труда, 31 декабря все перевозчики, которые работают с льготными картами, должны обновить программное обеспечение на считывающих устройствах. Однако некоторые решили сделать это заранее, и поэтому повесили объявление. Впрочем, как выяснилось, денег с пассажиров не требуют. Людям необходимо всего лишь предъявить водителю свое удостоверение. Но мы бесплатно возим, то есть без проблем. Показывают удостоверение, да, все как положено. Сейчас вот на маршрутке приехал, да, принимают. Как обычно, как всегда, все нормально.